Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы будем делать коррекцию ноготочков мамы. Она уже проносила этот маникюрчик уже более 3 недель, и уже пора его менять. Как он проносился и что мы будем делать сегодня, вы увидите в этом видео. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь вместе с нами. Ногти проносились нормально. Здесь уже мама начала ковырять. Мам, признавайся, ковыряла. Причем ножом. Она раньше коррекцию себе делала ножом. Я вот чуть-чуть вот отклониться, я не могу терпеть. Я вот ее ковыряю, ковыряю. Вчера уже должны были делать, но не получилось. И тут мама решила, что сама сделаю себе коррекцию хотя бы. Ну, в общем-то, мне кажется, неплохо, так как мама постоянно что-то готовит, постоянно что-то делает по дому. Поэтому я думаю, что за 3 недели нормально. Сейчас будем что-то красивое тебе мутить. Самое главное — здоровье. Надеваем масочку и очечки. Вот так вот надеваем масочку. Я чувствую себя медиком. Мам, помнишь, ты мечтала, чтобы я стала врачом? Я почти врач. Паш, ты что? Как-то мутно. Может, почистить? Не люблю очки за вот такой вот казус. Надо выбирать что-то одно, либо очки, либо маску. Кстати, я тоже когда в магазин иду... Ты в очках идешь в магазин? Ну, там срок годности посмотреть, можно даже одеть. И вот сразу вот пар, ничего не видно. Вот так вот мы сняли уже покрытие. Получилось очень быстро, потому что я купила новую фрезу. Вот такую зеленую насечкой. Раньше у меня была другая, она мне служила где-то, наверное, год. И новая очень хорошо, быстро, удобно снимает покрытие. Маме, ты определилась с цветом? Да. Какой цвет у нас будет? Синий. Синий? А дизайн? Дизайн. У тебя есть наклейки? Да, конечно. Много наклеек у меня. С елочкой. Елочки нету, но я могу тебе нарисовать елочку. Не, не хочу. Почему, мам? Не. Я тебе такую елочку нарисую, все завидуют. А наклейки с этим, снежинками? Не, давайте елочку нарисую. Снежинок тоже нету, мам. Тогда что есть у тебя? Так я могу все тебе нарисовать, а ты не хочешь. Я мастерица. Тогда сделай просто. Нет, дизайн будет, мам. Ты пришла на бесплатную процедуру. Ты хочешь научиться на мне? Сейчас что-то придумаем. Вот 2 у нас таких ведра с цветами. Здесь есть вот такой синий и есть темно-темно-синий. Вот он, по-моему. Помнишь, ты мне делала темно-темно-синий, самый темный такой? Вот такой есть, с зеленцой, под твою кофточку как раз. Или можно красные? Какой у тебя? А, у тебя был красный. Красная была, да, мне. А где моя любимая, вот темно-синий? Твой любимый цвет? Да. Упал. Ты хочешь что-то темное, да? Я так поняла. Помнишь, ты мне на свадьбу делала? Так на свадьбу я тебе вот этот делала. Это? Разве? Да, этот. А давай его прямо и сделаем. Давай. Будет очень красиво. Мама не любит разнообразие. Вот у нее синий, красный и фиолетовый. Все. На этом цвета закончились. Я тебе предлагаю, мам, сделать вот такой вот синий на всех пальцах. На одном пальце я видела дизайн в Инстаграме. Вот такой вот бежевый оттенок Blue Sky наполовину. И наполовину зеленый. Синий. Получится бомба. Еще туда наклеечку забабахаем. Будет вообще пушка. Ты согласна? Ну, давай посмотрим. Смотрите, какую упаковочку я купила для хранения всяких дизайнов. Наклейки есть, просто снежинок нету. Берем вот и делаем маникюрчик маме. Мам,
маме маникюр делаете, а мне нет. Я тоже хочу покрытие с цветом. Ты же мальчик, Твикс. Какое покрытие с цветом? Зачем тебе оно надо? Я хочу, как у бабушки. Вот так вот мы отпилили, убрали кутикулу. Я беру вот такой вот камуфлирующий гель от Runail. Это, кстати, оригинал. Можно определить вот по этому номеру, короче. Отправив код, вы узнаете, это оригинал или подделка. Ну, в общем, не суть. Я почему беру именно камуфлирующий, хотя сверху мы будем наносить синий цвет. В принципе, он не нужен. Я просто хочу его протестировать, потому что я его купила недавно. Если мне понравится, то я куплю еще две баночки, потому что они были на скидке. Поэтому ты у нас будешь, это, подопытная крыса, так скажем. В общем, сейчас будем наносить. Но сначала это будет ультрабонд, праймер, потом база и гель. Многие девчонки спрашивают, какая у меня лампа. У меня Sun 6S. Покупала у нас в городе, потому что у нас даже дешевле, чем на Али. Маме, давай ручечку. Вот так вот у нас получается. Мы укрепили камуфляжной базой. Специально потому, что у мамы вот эти вот края немножко слоятся. Поэтому нанесла укрепление. Если у вас тоже гель-лак не держится, обязательно делайте укрепление. Маме даже нравится вот так вот. Но я предлагаю все-таки завершить наш шедевр и нанести синий цвет. И, конечно же, дизайн, мам. Мама тут очень сильно переживает насчет дизайна. Сопротивляется. Говорит, может, не надо дизайн. Я говорю, тебе понравится. Смотрите уже, что получилось у нас. Ставь вот так, чтобы не было видно недочетов. В общем, эти два ногтя у нас просто синий такой красивый цвет. А вот этот наполовину это будет бежевый, просто незаконченный вариант. И половина будет синий. Тут у нас с мамой спор. Я ей сделала вот такой вот дизайн. Маме не нравится. То есть типа синий уходит вот в бежевый цвет. Мама говорит, было лучше. Как вам? Пишите в комментариях. По мне очень красиво. Но маме не нравится, поэтому сейчас будем переделывать. Все ради клиента. Тут вовсю кипит работа. Мама сладости. Нет, я сладости имела в виду. Ну, в общем, такой маникюрчик у нас получается. Смотрим передачу, как мужчина обжег свою женщину. В порыве ревности. И тут моя мама говорит, нельзя провоцировать мужчин. Я говорю, мама, это неадекватные люди. То есть дело не в провокации. Дело в том, что некоторые люди просто не контролируют себя, и им место в психушке. Тут женщины не виноваты. Вот так вот у нас получилось. Дизайн все-таки красивый. Да, мам, понравился тебе? Да. В качестве благодарности я требую жюльен. Будет жюльен. А ты не хотела дизайн, видишь, как хорошо. Посмотрим, как проносится. Но я сделала укрепление, думаю, что носиться будет долго. Постаралась как можно ближе к кутикуле. Поэтому будем надеяться, что маме хотя бы месяц будет ходить с этим маникюром. Мы уже сделали, самое главное, мама осталась довольна, это самое главное. Главное, что дизайн получился, да и вообще, мне кажется, надо сходить и купить разные дизайны к Новому году. Хотя бы себе сделать что-то новогоднее, там, не знаю, елочки какие-то, снежинки, ну, посмотрим, что там будет во влогах. Или максимум в Инстаграме я вам все это дело покажу. Уже вынуждена с вами попрощаться. Но себе тоже надо сделать маникюрчик. Если вы хотите, то обязательно пишите в комментариях, стоит ли мне тоже снимать свой весь процесс. Всех люблю, целую. С вами была Эмили.